Оплатить отопление можно в рассрочку. Об этом жители края информируют Министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края. Есть условия. Граждане имеют право на оплату по частям в том случае, если им начислили за отопление в текущем расчетном месяце этого года на 25% выше той суммы, что они отдали в аналогичном периоде прошлого года. Управляющие компании или ресурсники, предоставляющие отопление, обязаны его исполнить без каких-либо условий. В платежках должно появиться две графы. Первый способ оплаты – одномоментный, для тех, кто готов внести всю сумму разом. Второй – поэтапный, подразумевающий внесение платы за отопление несколькими равными долями. Максимальный срок рассрочки для потребителя – 12 месяцев. К примеру, если он не полную сумму оплатит, а воспользуется рассрочкой, то здесь нужно отметить, что пени, штрафы исполнителям коммунальной услуги по отоплению применяться не будут. Это требование федерального законодательства, и если некоторые там исполнители коммунальной услуги будут говорить о том, что это право, а не обязанность, ну, я думаю, что контрольно-надзорные органы соответствующие меры реагирования должны будут принять.